Куда вложить деньги в первую очередь? Члены всех профильных комитетов законодательного собрания вплотную работают над расходной частью бюджета 2020 года. В областном парламенте прошло заседание комитета, на котором определили приоритетные направления. Напомним, расходная часть составляет более 61 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом сумма заметно выросла. Хотела бы напомнить, что у нас на 2020 год предусмотрена 21 государственная программа. Это на две программы больше, чем в этом году. А в целом расходы составили 61,4 миллиарда рублей, что плюсом 9,5 миллиардов рублей к бюджету 2019 года. Также министр отметил, что за счет федеральной дотации Ульяновская область дополнительно получит в казну будущего года порядка 2 миллиардов рублей. Как минимум половину этой суммы направят на здравоохранение. В частности, покрытие кредиторской задолженности медицинских учреждений и лекарственное обеспечение населения. Председатель профильного комитета Александр Чепухин рассказал, куда в первую очередь необходимо направить средства. Самые уязвимые сферы Ульяновской области скоро получат поддержку. Ну, конечно, это социалка. Практически все больше 10 миллиардов и здравоохранение, и социальная защита. Конечно, еще будет очень много споров. На все социальные отрасли планируется направить 41 миллиард рублей. Из них более 11 миллиардов будет вложено в социальную поддержку и защиту населения. Здравоохранение 11 с лишним, в сферу образования столько же. Парламентарии и члены правительства еще обсудят проект бюджета на этой неделе. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.